Распаковка для магазина «Розетка.ua». Вот такой вот приборчик. Терфнео РСБ. Это терморегулятор. Вот его характеристики. Параметры, что тут у нас на коробочке. В общем-то, больше особо ничего интересного. Что внутри? Внутри у нас сам терморегулятор. Сори, рука грязная. В печку дрова подкинул. Такой вот буклетик. Какие они у них есть. Техничный паспорт. Я их в розетке купил два. Я немножко уже ознакомился. Не скажу, что супер интуитивно понятно. Я ж нигде на сайте, ну точнее, самой розетки нету. Поэтому я сделаю вот так. Надеюсь, при остановке вы сможете сами почитать, что есть к чему. Я бы не сказал, что супер интуитивно понятно. Но, в принципе, из... Так. Надеюсь, это можно будет рассмотреть. Гарантийка. Гарантийка не заполнена, но она, по-моему, там всего лишь 14 дней дает, поэтому она не особо важна. Так. Такой вот крепежик. И сам терморегулятор. Сейчас у меня тут как раз есть розетка. Сейчас так, хоп, хоп. Я стыкнул розетку. Вот. Вот эта вот штучка как раз замеряет температуру. У него есть предустановленные настройки. Не понял. Что не возьмем? Давай другую розетку. Будет немножко так в бок. Ну, уже же извините. Ну, сейчас вот показывают, что здесь в помещении, в котором я нахожусь, 16 градусов тепла. Соответственно, здесь есть таймеры. Вот температура, до которой он будет греть. Вот этот индикатор показывает. Вот здесь лампочка. Вот, я закрыл все пальцем. Вот до 23 он будет греть. Есть возможность переключения на охлаждение. Я не совсем понял, в чем прикол. Но мне вот, грубо говоря, надо, чтобы он догревал до определенной температуры. По заводу стоит 23. 23 мне не надо, то есть мне где-то 20. Там плюс вот эта вот штука вроде как регулируется, если вдруг есть погрешности. Ну и реагирует довольно активно. Вот я, допустим, рукой беру. Вот он уже пошел на нагрев. Видно. То есть довольно чувствительный датчик. Причем я подержал, ну совсем ничего. Вот. На другой... Вот, и вот он выключился. До 21 дошел и выключился. Второй момент, который мне понравился, это как особо здесь рассказывать нечего. Ну, надо либо по всей инструкции проходиться, либо еще что-то. Но что мне понравилось? Вот у него экранчик, пока вы что-то делаете, он светится ярче. Как только вы перестаете делать, он по чуть-чуть подтухает и не сильно ярко светится. То есть это довольно приятно. Ну, вот так вот. То есть вот этот вот нижний порог до включения, я не помню, не разобрался, где его включать. То есть это надо еще вникать, скажем так. То есть не совсем интуитивно понятно по всем моментам, по инструкции. Я же говорю, единственное, что я понял, это есть таймер, там через сколько отсрочка, есть вот этот вот параметр hot и cold, типа нагрев или на остывание будет он отрабатывать. И вот я вот не совсем понимаю, до какой температуры он должен опуститься, чтобы опять начать. О, то есть разница в 2 с чем-то градуса, и он опять включается. Ну, в общем, вот такой вот приборчик. Только время покажет, как он хорош в эксплуатации, но отзывы вроде бы неплохие. Я немножко пополнился другим, который купил, я же уже купил их два. Вроде все работает, но не знаю. Посмотрим. В общем, всем спасибо за внимание. Все.